Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Вот я хочу показать свои подсолнухи. Вот как они у меня подросли. Скоро будут цвести. Вот. Какую. Подросли, набрали силы. Благодаря дождику. И капуста вон шикарная. Что оборву листья курочкам. Снова отрастет. Это вот сорт попался крупный. Но я знаю, что не московско-зимняя. Московско-зимняя тоже крупная листва растет. А вот какая-то зимовая хорошая. Вот мои подсолнушки. Силы набирает. Подрастают. Красивенькие какие. А вот тот рядок чего-то у нас пореже получился. Там, наверное, постаралась у нас медведка с этой стороны. Но это вот этот рядочек мы самый последний сажали. Позже всего. Ну и то вырастет будет подсолнушки. Картошечка беленькая, сорт хороший. Вот и показала я вам свои подсолнушки. Оно то холодно, то жарко, то холодно, то жарко. Ну и полито хорошо, очень хорошо. Земля полила, и оно растет все на дрожжах. И огурцов становится много. Думала, что буду без огурцов, но огурчиков много, завязи много пошло. Я, когда будет время свободное, я сниму про огурчики, покажу вам. Сегодня соберу деткам. Ну вот и все. До свидания.